познакомились мы прошлым летом в интернете. Он привлекал к себе внимание, хотел со мной встретиться, увидеться. Один раз, второй раз, третий. Я даже не заметила, наверное, как из незнакомого человека он превратился в члена семьи, когда он пришел домой. Родители приняли его как своего. Бывает, конечно, непросто, но он всегда любит делать так, как он хочет, всегда он опаздывает. Но, с другой стороны, это человек, который всегда окружает свои заботы, окружает своей любовью, сделает все, чтобы было хорошо и мне, и моим родным, и всем-всем-всем вокруг. Наверное, это тот самый человек, которого я ждала всю жизнь. И надеюсь, что это у нас сохранится на всю жизнь. Мы будем беречь, любить друг друга. И всегда так. Вот, все. Рисование. Просто когда ты понимаешь, что человек твой, когда ты понимаешь, что человек не просто человек, а он твоя половинка, он твоя радуга, твое счастье, когда ты понимаешь, что без него ты не можешь, это заставляет, собственно говоря, задуматься о том, что все, что было раньше, ничего не было. Я действительно наконец-то счастлив, и это заставляет меня. Да все что угодно. Окрыляет. В общем, Оксаночка, если ты меня вдруг услышишь, ты меня услышишь, я тебя очень люблю. Тебя обожаю, я тебя боготворю.